Один из самых любимых праздников в Анапе, морском городе, городе воинской славы. На сцене творческие коллективы Института береговой охраны, а также лица сугубо гражданские, но также влюбленные в каждую строчку песен, которые знают и поют во всей России. От Балтики до Тихого океана, от Баренцева до Каспийского и Черного морей. Многие из этих песен анапчанин Александр Назаров не просто знает, а исполнял в составе оркестра Тихоокеанского флота. Базировались на флагманском авианесущем крейсере. Особых поблажек по распорядку не было. И все почти как в песне. Экипаж, семья. По всей флотской жизни скучаю. И не только я. Сердце все равно щемит. Вот был на параде в Новороссийске. Да, здорово, клево, сердце щемит. Ну, все же не Тихий океан, просторы. Что такого на Тихом океане? Просторы. Здесь, куда ни глянешь, везде рукой подать. А там туда полгода, минимум туда полгода. Вокруг сцены настоящее людское море. Среди почетных гостей глава города-курорта Юрий Поляков и председатель муниципального совета Леонид Кочетов. Знаете, я всю жизнь хотел быть на воде, на море. И очень скажу, повезло. Дорога привела Валерия Панина на один из больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота. У него два специальных знака – за переход экватора и за дальний поход. Однако перед этим неизменное посвящение. Первый черпак воды. Первый стакан соленой воды. Светильник. Это уже ты знаешь, что ты моряк. Нужно было выпить его и ничего не извергнуть. Тяжело, ну а что поделать? А как вы думаете, перед остальными пасовать-то еще страшнее? Валерий и Татьяна Панина из Красноярского края ехали на отдых, но специально взяли флаг и бескозырку. Море остается в памяти на всю жизнь. При этом песни, которые звучат со сцены, уже готово подхватить юное поколение. Надежный флот, пусть за кормой остался берег. Мы связаны с тобой одной, навек одной морской судьбой. Александр, Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.